напишите, пожалуйста, насколько хорошо меня слышно по 10-бальной шкале. Хотела сама представиться, но ты уже достаточно много рассказала. Да, действительно, у меня есть большой опыт уже внедрения этой замечательной программы в различные розничные магазины, сферы красоты, низкорепотребляемый бизнес, цветочные салоны и ресторанная сфера. И сегодня я вам представлю один из моих кейсов, который создан. Ведется внедрение в экосистеме лаборатория Ивацулен... Ив... лаборатория Ивацулен... Так, все. Извиняюсь. Лаборатория Ивацулен... Не могу сказать слово, представляете? Это волнение. У меня первый такой опыт. В общем, данный кейс ведется в рамках LER под наставничеством компании Essential Петра и Юлии Беляева. Данный салон представлен в небольшом городе Нефтеюганск. Он из двух магазинов, один из которых представляет обувь премиального класса. Салон работает с производителем обуви России и стран Европы, и миссия данного магазина – это дать покупателю комфорт, чувство собственного стиля, создавая собственный неповторимый образ. На рынке они представлены уже более 10 лет, и 3 месяца назад эта компания приняла, собственники данного бизнеса приняли решение о покупке лицензии UDS и в сопровождении с качественным внедрением. Вот, и сейчас я покажу те результаты, которые мы сделали за этот период. Что было до внедрения данной программы? У предпринимателя была база клиентов в учетно-кассовой системе СБИС, но, к сожалению, это не давало им полноценного общения со своими клиентами. Велись прямые скидки в виде пластиковых карт от 3 до 10%. Была история с смс-рассылками раз в месяц, затратами более 12 тысяч рублей, и совершенно не было четкого понимания о возвращаемости клиентов. И какие перед нами стояли задачи? Это формирование оцифрованной базы клиентов, рост клиентской базы путем рекомендаций, разработка гибкой бонусной программы, которую можно подстроить под те или иные задачи бизнеса в тот или иной период, переход с прямой скидки на кэшбэк, сокращение затрат на смс-рассылку и создание интернет-магазина. С помощью UDS мы создали интернет-сайт-визитку, где каждый наш клиент может познакомиться с теми товарами, которые представляет данный магазин, узнать все новости, акции, написать, позвонить в магазин, задать какие-то уточняющие вопросы и присоединиться к бонусной программе. Перед запуском мы собрали все необходимые нам показатели и разработали бонусную программу таким образом, чтобы она была максимально выгодной для предпринимателя и в то же время интересно и эффектно для наших клиентов. 100% мы проводим через UDS. У нас сделана интеграция с учетно-кассовой системой СБИС. И здесь хочу еще отметить, поблагодарить и отметить собственников данного бизнеса, потому что без 100% включенности и активности собственника нельзя было добиться таких результатов, которые у нас есть сейчас. На сегодня база наших клиентов составляет более 1500 клиентов за вот этот вот период. И 955 из них совершили покупку, одну и более покупку, что составляет более 62%. Нефтеюганск – это небольшой город, как я уже сказала, с численностью населения всего в 127 человек. Средний возраст нашего клиента – 42 года, и 94% из них оцифрованы, что говорит о том, что мобильное приложение наши клиенты охотно скачивают и активно им пользуются.
На текущий момент времени у нас на счету у наших клиентов более 1 миллиона 700 тысяч баллов. Ранее при прямых скидках эти деньги проходили мимо кассы. Сейчас же они остаются у нас внутри бизнеса и тем самым мотивируют клиента вернуться и делать покупки у нас снова и снова. На сегодня скидка составляет 7%, но эту скидку мы отдали не деньгами, а именно баллами. 695 тысяч баллов. И с учетом себестоимости товаров, эта скидка фактически составляет еще меньшую сумму. Про средний чек здесь тоже достаточно интересная история. Мы делали расчеты, и, в общем, показало нам, что средний чек за 2020 год с января по октябрь составил 6544 рубля. Во время использования за первый, второй и третий месяц средний чек начал расти и вырос до 24,6%. Это происходит потому, рост среднего чека происходит потому, что клиент, видя баллы на своем счету, он либо покупает продукцию более дорогую, либо в большем количестве. И именно вот этот вот рост 24% дополнительно принес в кассу более 2 миллионов 200 тысяч рублей. На сегодня у нас три уровня рекомендации и есть покупки со второго и третьего уровня. Это 18 клиентов, которые купили, которые принесли нам в кассу более 220 тысяч рублей. И эта сумма помогла окупить предпринимателю лицензию уже целых три раза. Мы активно используем функцию пуш-уведомлений. В отличие от смс-рассылки, где это одна смс-ка, да, которая уходит всего лишь 70 символов, мы теперь имеем возможность подробно рассказать нашим клиентам о различных акциях, о предложениях, которые есть у компании, поздравить их с праздником, а также рассказать о новых поступлениях товара в наш магазин. Если бы мы остались также на смс-рассылках, за это время предприниматель потратил бы более 74 тысяч рублей. Но теперь с помощью пуш-уведомлений эта сумма остается у нас в кассе. Обратная связь. Мы ее регулярно получаем. Каждый четвертый покупатель ставит нам оценку. В 99% это оценка 5%. И таким образом мы можем отслеживать работу наших сотрудников удаленно. И подводя итог данного кейса, какие выгоды мы получили от использования за три месяца, с 26 октября, мы выдали более 1500 электронных бонусных карт. Сейчас мы имеем гибкую бонусную программу. У нас есть приток новых клиентов по рекомендациям, контроль качества работы сотрудников, сайт с наполнением более 400 позиций товаров и постоянная коммуникация с клиентской базой без дополнительных затрат. Общий профит от использования. Экономия на отказе от пластиковых карт более 15 тысяч рублей, экономия на смс-рассылках более 74 тысяч рублей, покупки по рекомендациям составили 220 тысяч рублей, и рост среднего чека 24 с лишним процента принес в кассу больше 2200. Суммарный экономический эффект, да, если сложить эти суммы за всего лишь за 3 месяца внедрения, составил более 2,5 миллионов рублей. Вот такой вот отличный кейс. У меня, в принципе, все. Вы сейчас можете достать свои мобильные телефоны, присоединиться к нашей компании. Здесь на слайде как раз их QR-код. Тут же есть мои данные. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете мне написать. Я с удовольствием на них отвечу. Благодарю еще раз компанию Essential за наставничество в этом проекте и Олю с компанией Flair.
Анастасия, огромное